поскольку все по гостям, пора взять слово оргкомитету, еще один из наших двигателей нашего прогресса, поэтесса. Ты готова? Ты готова? Ты можешь определить? Галина Лукашина. Добрый вечер. Спасибо, что вы этот вечер пятницы решили провести в нашем зале. Надеемся, что завтра вы тоже придете с друзьями, потому что будет еще интереснее. Михаил Жванецкий. С возрастом приходит опыт и маразм, но иногда маразм приходит один. То приходит, то уходит, нет надежды никакой, без конца меня подводит, то со мной, то не со мной. Сколько раз клялась себе я, что измена не пройдет. То ли воли не имею, то ли сил не достает, но идет зигзообразно быстроногая судьба. И уже, пожалуй, ясно, что дела мои — труба. Я, конечно, собирала волю женскую в кулак, только толку было мало. Ну за что со мною так? Как мороженое тает флёр беспечное бытия, вновь куда-то улетает память девичья моя. Пусть седина уже блестит средь золотых колец, но все затейливее свит прожитых лет венец. Но все заметней доброта в бледнеющих глазах, и все видней дорога, та, до места в небесах. И все сердечнее друзья, и все вернее враги, и не прощать уже нельзя, и не подать руки. И дорог каждый новый день, подаренный судьбой, и все неповторимее те, кто жизнь делил с тобой. Спасибо.